Если меня когда-нибудь спросят, что для меня значит бандит, я отвечу: неважно, какая у тебя национальность или вероисповедание, неважен твой возраст, неважен пол, неважно, в какой стране ты живешь, бандит для меня — это крепкий фундамент из убеждений и взглядов, пусть иногда находящихся вне рамок закона. Для меня это люди, которые меня окружают и ради которых я готов на все. Если меня спросят, что для меня значит бандит, я отвечу: для меня бандит — это семья. Бандит, добро пожаловать в семью.